Всем привет, я Нубастер. Хочешь получить вот это? Тогда успей подписаться на канал и поставить лайк за 3 секунды. Раз, два, три. Всем привет, с вами Нубастер, и я на планете Попыта. Посмотрите, ребята, здесь просто все из Попыта. Здесь есть жители, с которыми я познакомлю вас немножко попозже. Ну просто посмотрите, сколько здесь. Здесь все сделано из Попыта, все дома, и никто не против. Все живут в таких помещениях, ребята. У каждого комната. Дома такие звуки. Здесь вот местные жители выглядят вот так, ребят, смотрите. Инопланетяне. Короче, я бы, наверное, удивился, если бы здесь жили люди. Посмотрите, ребята, что здесь просто происходит. Посмотрите, это собака. Собака-инопланетянин. Вот, посмотрите, и настоящий какой-то очень мощный. Он отличается от других. Смотрите, он всех просто бьет. Не знаю, посмотрите, что это такое. Ну-ка, что это? Ой, ребята, не подходим, не подходите никогда к такой штуке, если вы будете на планете Попыта. А, ребята, замечательно. Ребята, меня уже грохнули в этом городе. Ну ладно, давайте посмотрим дальше, что здесь есть. Смотрите, здесь есть такой корабль. Давайте посмотрим, как можно им управлять. Ребята, ну-ка, сядем. Где здесь вход? Где выход? Он еще шевелится. О, я походу сел. Но я не знаю, как им управлять, ребят. Не очень-то здесь удобно сидеть. Ладно, пойдемте дальше. Я вам хочу другое показать. Здесь такие штуки. Ребят, давайте попробуем залезть на самую верхушку дома, чтобы я вам показал, как выглядит город на самом деле. Так, нам нужно понять, где же здесь вообще что-нибудь. Давайте дойдем от этой тарелки. Может быть, на ней можно взлететь. И мы тогда взлетим, и я вам покажу, как выглядит город сверху, чтобы вы увидели все. Так, закрыто, короче, ключиков у меня нету. Понятно, что здесь кто-то припарковал свою инопланетную машину, и никто не хочет делиться. Вот лестница, давайте попробуем залезть реально, короче. Но, в принципе, залезть тут придется очень долго, потому что мы на небоскребе, ребята, небоскребы из Попыта. Сейчас мы лезем все выше и выше, представляете? Мы находимся на планете Попыта. Да, такого не может быть у нас на планете Земля. Это только я нашел. Нашел планету в космосе, что есть такая планета. О, и решил сюда слетать. Ребят, сюда неделю летел на корабле. Посмотрите, какие гигантские здесь штуки. Нужно немножко попаркурить. Короче, инопланетный паркур, ребята. Вау, у меня получилось. Чуть ли не упал вниз. Не буду смотреть вниз, потому что может все грустно и печально закончиться. Пойдемте еще выше. Ребят, мы уже очень высоко. Вы посмотрите. Просто я вам говорил, что это городище из Попыта. Я был прав. Давайте попробуем еще выше залезть, чтобы можно было все смотреть. Но, ребят, если честно, мне немножко страшно. Я боюсь высоты, но ради вас я готов залезть так высоко, чтобы показать, как выглядит Попыт планета. Ну, в данном случае город. Город Попыт. Давайте, ребят, смотрите, просто, вы только посмотрите, все из Попыта сделано. Давайте вон туда я зайду на уголок и покажу вам. Посмотрите, ребята, представляю вашему вниманию город из Попыта. Попытовый город, ребята, обалдеть. Кому не хватало, кому мама не покупает Попыт, ребята. Здесь они мечтают, чтобы избавиться уже от Попыта, потому что Попыта у них просто везде. Ну, давайте попробуем теперь спуститься вниз по вот этой веревочке. Надеюсь, что у меня получится. Давайте, короче, разгоняемся и прыгаем. Если не получится, все, ребят. Помните, меня звали Нубастер. Давайте прыгаем. И вау! Не получилось, ребята! Все подписывайтесь на канал! Поставь лайк и посмотри, что будет с лимоном. Ставь лайкосик на видосик. Лайк! И я улыбнусь. Можешь написать мне комментарий. Но если не умеешь писать, просто ставь лайк. Подпишись, друг, подпишись, подруга. Подпишитесь вместе на мой канал.